Здравствуйте, меня зовут Светлана. Ну, сбросить надо лишнее, потому что по здоровью очень мешает. И одышки сильные идут, и спина больная. Поэтому надо как бы чуть-чуть сбросить, сама никак. Ну, хотя бы килограмм 10-15, а там как получится. И хочется все-таки красиво выглядеть. Ну, скорее всего, вложу в ребенка, потому что хочет очень на футбол ходить. Ну, и буду в первую очередь для ребенка. Ну, сладкое ем очень редко, если честно, в охотку. В основном это неправильное питание, потому что такой ритм работы очень жесткий. Домой приходишь часов 8-9 вечера. Ну и, соответственно, вся семья в это время садится кушать, покушали и спать легли. Все. Поэтому вот оно лишнее. Был уже такой один раз, скажем, щелчок в голове. Похудела, да, я на 15 килограмм. Я весила 85, похудела до 70 за 3 месяца. Я действительно сбросила. И это было лет 5 назад. И вот за 5 лет опять набрала вот на неправильное питание. Ну, в первую очередь себе толчок. Немножко надо морально перенастроиться. Были нехорошие ситуации, психологически очень сейчас тяжело. Вот нужно что-то поменять. Ну, удачи всем, также и себе. Спасибо.